За что боролась, на то и напоролась. Судья Кульпашу Темисова 16-летним стажем сегодня сама на скамье подсудимых. Это самый громкий случай за всю историю независимости Казахстана, когда судьба представителя Фемиды оказалась в руках ее же коллег. Расстаться с мантией у Темисова заставил, как выяснилось, вынесенный ею неправильный вердикт. Межрайонный суд Алматы год назад приговорил российского бизнесмена Александра Сутягинского к 12 годам лишения свободы за организацию покушения на убийство и хранение боеприпасов. Однако уже в апелляционной инстанции судья Кульпашу Темисова решение коллег отменила, изменив приговор на 6 лет условно и освободив Сутягинского прямо в зале суда. Я считаю, что это в лице руководства Верховного суда, городского суда, остальным судьям преподают урок, как себя надо вести, если тебе дали указание решить дело так, а не так. Ну, я адвокатом 25 лет работаю, и поэтому знаю, что все дела на апелляционно-кассационную инстанцию руководству докладываются. Защита судьи Утемисовой открыто говорит, что та пошла против системы, не подчинилась указаниям сверху. Впрочем, есть и другая версия, мол, распоряжение отпустить бизнесмена Сутягинского поступило из-за корды. Согласно этому доводу, ныне подсудимый вершитель судеб владеет таким количеством информации, что может потянуть за собой многих коллег. То, что Утемисова хотят засадить, неоспоримый факт. Гособвинитель прямо надрывается. Результат обжалования приговора Сутягинского неправомерен и даже повлек тяжкие последствия. Иными словами, подпортил имидж назарбаевской системы правосудия. Ну, я просто не знаю такого случая, чтобы судья, который даже неправомерные действия вынес и пострадал человек, там, и умер там, и никого не осудили еще. А здесь тяжелые последствия, они подразумевают, что она принесла урон системе. Как бы ратуя за то, что Казахстан – демократическая держава, процесс над бывшей судьей сделали открытым для прессы. Но учитывая диктаторскую составляющую назарбаевской демократии, видеосъемку в зале заседаний запретили. Печально и то, что карманное правосудие Елбасы – как плохо сыгранная пьеса. Прокуроры неподготовлены, свидетели для отвода глаз. Впрочем, ясно же, что коллега подсудимый не ошибется и вынесет правильный для системы приговор.